Первый этап у нас сейчас пойдет по улицам города. Мы с вами сегодня одна команда Красноградского клуба «Круглое колесо». Всем понятно? Да. Відкриває святкові заходи велопробіг шляхами сивої давнини. Стартують велосипедисти від пам'ятного знака Білевській фортеці. А скажіть, як родилась ідея такого от мероприятия? Чому вирішили його от іменно в день города провести? Вы знаете, я всю жизнь занимаюсь туризмом, есть спортивный разряд по туризму. Мне всегда хотелось в нашем городе привлечь как можно больше молодежи, как можно больше людей провести велопоход в нашем городе. Открыть новую страницу, можно так сказать.